У этих ребят летние каникулы прошли в кругу настоящих друзей. Дворовые площадки давно уже стали местом отличного проведения досуга. Здесь царили улыбки и неподдельное веселье. Дворовые площадки дружили и соревновались друг с другом. Настало время подвести итоги. В Северном парке на торжественное закрытие малых Олимпийских игр собрались команды городских площадок во главе со своими вожатыми. Их приветствовал исполняющий обязанности главы Славянска на Кубани Николай Ермак, который пожелал ребятам и в будущем году быть такими же активными. Чтобы следующее лето с новыми силами поработать. Поработать на площадках и заработать какие-то призы, быть победителями в конкурсах. Ну и чтобы у всех осталось только хорошее воспоминание. И чтобы за вас радовались ваши родственнички, ваши родители, ваши учителя, чтобы вами были довольны. Но самое главное, чтобы вы были довольны собой. С праздником! 12 команд в течение всех трех летних месяцев принимали участие в спортивных состязаниях, творческих конкурсах, эстафетах и викторинах. Фантазия участников творческих конкурсов, рисунков, фотографий и подделок практически не имела границ. И все-таки лучшей стала команда «Динамит». Когда я первый раз пришла, они меня очень удивили тем, что были очень меня рады видеть. Подбежали: новые вожатые, это кто, это как? Я была очень удивлена их добротой, их позитивом, их радостью. Мне было с ними очень приятно работать. Лучшими из лучших, показавшими слаженную командную работу в спартакиаде «Малые Олимпийские игры», стала команда «Next In». Я пришла, я была второй вожатой на их площадке, я пришла на площадку, и они сидели на скамейке. Я подошла в беседку, как всегда, говорю, подошел ко мне маленький мальчик, смотрит на меня, так стыдно улыбается, я говорю: а я вожатая новая, а это ребята на площадку ходят? Он такой: да. И мы всех позвали, и так получилось мое знакомство. В дружной команде и ребята подобрались неравнодушные и веселые. У нас было очень много викторин. Мы всегда ездили на всякие соревнования. И мне вот понравилось соревнование, которое было по пионерболу и волейболу. Мне, конечно, запомнится это, потому что вожат у нас очень хорошие. Полина Жаркова и Сороченко Катя, они всегда с нами играют там. Пионербол, волейбол, там играют разные игры, проводят нам викторины, мы ходим в библиотеку. В фотоконкурсе «Площадка нашего двора» не было равных команде «Экстремалы». Вожатая команды внесла свой вклад в этот успех. Если человек не умеет, мы к нему подходим, он это все учит, и вот так вот всех. Обращали внимание на каждого, не так, чтобы там кто-то лучше, кто-то хуже. Все одинаковые. Море позитива, незабываемые эмоции, командный дух и спортивный задор – вот простые слагаемые состоявшегося отличного праздника. Ну и, конечно, ценные призы, без которых не остался ни один из призеров. После награждения у команд была возможность показать свое творчество, и они с удовольствием пели и танцевали на сцене. И, конечно, все приняли участие в дискотеке, которая завершила сезон летних дворовых площадок 2018 в Славянске на Кубани. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».